Обучающий семинар для молодежи провели в Люберцах. В ходе встречи ребятам рассказали о том, как работает местное самоуправление. Семинар прошел при поддержке политсовета местного отделения партии «Единая Россия». Общественные организации и их взаимодействие с властью. Тема лекции важная и требует профессионального подхода. Именно поэтому ее провели опытные и подкованные в этом вопросе люди. Сергей Черкашин прошел большой путь от простого представителя бизнеса в общественном объединении до политика в крупной партии. Цель и задача гражданина, который решил тем или иным способом принять участие в том или ином общественном движении, общественной организации, может быть, как непосредственное желание что-то изменить, кому-то помочь. Кто-то решил реально этим заняться, да, а кто-то решил на этом сделать определенный политический пиар. Такие лекции – часть реализации партийного проекта «Гражданский университет». Слушатели – члены молодой гвардии и их единомышленники. Эти ребята далеко не чайники в сфере местного самоуправления, ведь молодогвардейцы – постоянные помощники «Единой России». Для них получить знания из уст старших наставников – уникальная возможность набраться бесценного опыта. А для политиков эти занятия – способ воспитать себе достойную смену. Гражданский университет дает такую возможность узнать что-то о деятельности партии, проявить как-то свои навыки, получить какое-то такое мини-дополнительное образование. У нас очень много молодежи заинтересованы в политике. Мы также видим и, например, работы нашей организации «Молодая гвардия». Очень много молодежи к нам подтягивается со временем. В будущем ребят ждут и другие познавательные лекции от представителей партии «Единая Россия». Периодичность раз в месяц. А самые способные молодогвардейцы побывают в стенах Государственной и Московской областной думы, а также в Совете Федерации. Анна Троян, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Привет! Я Маша Лапычева, а вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.